Прострел Блэкера. Никто не замкнул. Наброс на ворота. Шайба задевает сетку. Петухов на подборе. Даугавич против него. Петухов меняет направление движения. От Даугавича ушел. От Дыбленко ушел. И выложил шайбу под бросок. Добивание Беспалов в падении. Отбивает эту шайбу. А затем еще одну. Просто чудеса творит сейчас Никита Беспалов. Невероятные спасения. Тут приходит в себя Никита, подъезжает к нему арбитр, уточняет, что же там произошло. Но со своей главной задачей Беспалов справился. Отразил два очень опасных броска. Во-первых, вот этот. Мощно. Затем добивание. В падении клюшку вытягивает Беспалов. Вот уже третий бросок. Петухов подъехал на пятак, бросил. И Беспалов снова справился. Отличный момент у Бориса.